Я хочу пригласить на эту сцену команду, которая приезжает сюда немножко реже, чем мне бы хотелось, но, с другой стороны, каждое ее появление в Латвии, оно очень всем запоминается. Команда КВН «Гипноз», Санкт-Петербург. Друзья, добрый вечер. Дело в том, что мы уже второй раз в нашей жизни пытаемся завоевать кубок мэра. И поскольку женщины ради достижения цели готовы на самые безумные поступки, специально ради вас, Нил, Настя выучила латышский язык. Настя, ну скажи что-нибудь. Нил, свейки, милу, пилсаныба. Ага. А это все, что ты знаешь? Юль, посмотри на меня, зачем мне еще что-то? Друзья, помните, как очень часто хорошо заканчиваются советские фильмы? Давайте представим финал фильма «Титаник», если бы его снимали в Советском Союзе. Ну, все, Женька, хватит, вылезай из воды. Эх, хороша водица! Эгэгэгэй! Ничего, Райка, мы с тобой еще лучше, еще больше корабль построим. Он-то уж точно не потонет. Дурак ты, Женька, ты говори, да не заговаривайся. Чего дурак-то сразу? Жень, послушай, гармонисты выжили. Эх, двигайся, Райка, вместе на двери. Поплывем. Ох, и выдумщик ты, Женька. А помнишь, мы с тобой на корабле машину нашли, чайку. И ты тогда предложил в нее забраться и дышать на окна, пока они не запотеют. Целых 5 минут. Жень, ты знаешь, мне ведь так весело ни с кем никогда не было. Друзья, вспомните, в этом году на Евровидении многие исполнители пели песни на своем родном языке. Давайте послушаем, о чем же на самом деле они могли петь. И следующая наша участница из Эстонии, Биргит, с ее песней «Вечная любовь». Раз. Раз, два, три. Видите, я могу петь все, что угодно, ведь все равно меня никто не понимает. И даже если в зале найдется полиглот, который знает эстонский, выкуси, и я пою на староэстонском. Знаете, а ведь мы тоже разрабатываем ядерное оружие. Гори в аду, Европа! Гори в аду! Шведы, я вас ненавижу! Греки, вы нищеброды! Я бы не пела так весело эту песню, если бы не 50 грамм бальзама «Ванна Таллин». И пусть мы не выиграем Евровидение, зато всей страной поржем. Дорогие женщины, мы все считаем себя уникальными и неповторимыми, но согласитесь, есть ситуации, когда мы все ведем себя одинаково. Например, когда на дискотеке включают вот такую песню. И мы все быстро-быстро собираемся на танцполе и начинаем делать движение, которое назовем базовым, так как оно заложено у нас на генетическом уровне. Причем в этот момент мы можем не только танцевать, но и обсуждать самые важные события. Слушай, а тут пацан, он один? Я не знаю! У него баба есть! Это я! А. Согласитесь, под такую песню хочется не только танцевать, но еще и петь. И хотя многие из нас петь не умеют, стоит только одной начать. И я хочу от тебя точку. Все вместе, конечно, подпевают. Точка, и точка. О, Боже, какой мужчина. И я хочу от тебя сына. И небольшой мастер-класс от Анастасии. Есть девушки, которые умудряются не только петь и танцевать, но еще и работать с предметом. Не хватит всех на
ближе к утру задача усложняется. Приходится работать с двумя предметами. Не плакать по мелочам. И, наконец, высший пилотаж. Опа! Женщина прекрасна, когда любима. В какой-то момент на танцполе всегда появляется девушка, которая вспоминает, что она когда-то занималась танцами. И у нее было коронное движение. Но, к сожалению, оно было только одно. Самый ужас – это когда мы все начинаем думать, что когда-то занимались танцами. Опа! А еще, знаете, мы любим такие песни за то, что в них есть уникальная возможность проявить всю свою сексуальность. Эта возможность называется «Медленная часть». Ты Джонни Депп и Брэд Питт в одном флаконе. Как самый лучший ты записан в телефоне. И ты волшебник, ты с другой планеты. И, наконец, женщины, согласитесь, всех нас с вами на танцполе, вне зависимости от семейного положения, достатка, объединяет одно – это боль! Адская боль! Спасибо. И напоследок, девушки, согласитесь, у каждой из нас в жизни была такая ситуация, когда ты смотришь на мужчину и думаешь... О боже, какой мужчина! А нет, показалось. Команда КВН «Гипноз», помните, женщина это еще интересно. Спасибо. Команда КВН «Гипноз» Санкт-Петербург.